Всем привет, дорогие друзья, с вами я, мистер Зомбибро. Это новый летсплей по Майнкрафту с модами. Тут есть много модов. Так, что-то с голосом вообще надо. Тут много модов. Ну как много, относительно много модов. Так, пойдем туда. Вот уже руды появляются. Блин, у меня было на самом деле уже здесь. Так. Вот, вы услышали еще какой-то мод тут всякое. А, я думал, это скелет ходит. Так. Ты где, а? Так, у меня кирка есть, да? Так, на кирку, мясо. Так, и пошлите. Так. И пока ничего такого нету. Сейчас. Вот, кстати, да, я сейчас проверю, из лаки-блоков что-нибудь выпадает или нет. По идее, этот лаки-блок, там пишется, что он обновленный. По идее, там что-то должно такое прикольно добавить, но у меня почему-то не выпадает. Ничего не выпадает. Сейчас, может быть, повезло. Точнее, не повезло. Из этого тоже ничего не выпало. Так. Так, теперь... Ага. Ай, больно. Не, ничего не выпадает. Как говорится, не повезло. Так, карта. Скажите. Так. Странно, что... Ничего такого тут нету почему-то. Хотя не, моды работают, руда спавнится. Это мы ее не добыли из-за того, что никак. Точнее, даже можно сказать нечем. Я вот хочу деревню сейчас найти, но она почему-то не находится. Так, свиней мы не убиваем, это священное животное для нас будет. Так. О, нашли еще один мод. Ну как, это тот же самый вроде. Так. Че? Не. Сюда. Сюда. И сюда. Теперь сюда. Это че? Офигеть. Топор из дерева. Наушники. Офигеть. Нам надо краник. Наушники скрафчу. Пусть будут. Что-то захотелось. Так, и получается наушники можно надеть, да? А как тогда? Для чего? А, понял. Фигня, короче, какую-то скрафтил я из палок. Ну, а вот это полезная вещь.
А что тут еще можно сделать? Так, топор, стол, костер, ну это понятно. Это что? О, броня прикольная. Так. Как вот этот, например, слиток сделать? Ядерный реактор. Так. Наверное, я не знаю, а опыт. О, тут даже опыт делается. Офигеть. Так, это кто? Фу, это овца. Чё пугаешь меня? Так, надо это дерево срубить и выбить из него этот. Блин, ночь. Вот, все выбили. Так, забираем верстак. Уходим. Забрал, да? Так. Да, ничего не выпадает. На всякий случай проверим. А подожди, овцы ведь не включены, да? Так. Уходим, уходим, уходим. Да, тут один лес. Офигенно. Так, надо поесть. И дальше бежать. Бежать, бежать, я говорю. Коровы. Прости, корова. Ну так, лучше нам и мне и тебе. Так. Ну. А вот здесь должна, по идее, деревня быть, да? Так, сейчас мы не трогаем. Так. Блин, осколки какие-то. Сейчас я каменную картину, блин, сделаю. Офигеть, наушники есть. Так. Топор из хлеба. Так, давайте вот это добудем. Еще надо будет. Да, надо было что-то. Какой-то осколок. Так, и вот эту добудем. Не знаю, что за руда. Просто интересно, что из нее можно делать. Вот опыта из нее столько много дают. Что из нее можно делать? Ничего, я не знаю, что с ней можно сделать. Так, пишите в комментариях, что за руда и что из нее делается. Блин, сейчас ночью еды мало. Так. Давай, деревня, спамься, пожалуйста. Подожди, а у меня же ремонт установлен, да? Чё, а где у меня факела? А это всё чё-то интересно.
Мне должны быть пофиг. А, почему фиг? А, блин, я же подбирал уровень, нет? Блин, теперь фиг, что увидишь. Так, лошадь. Блин, тихо. Что-то ничего интересного нету, странно. Это что, нефть? А, я думаю, это чанки грузится. Я думал, это нефть. А вы кто? Вы кто, парни? Так. Так, за мной это получается, я чувствую. Спасибо большое, что я умер. Меня какая-то фигня убила. Непонятно какая. Кто? Что такое? Что за мат? Да капец. Убийца неизвестен. Так. Так, так. Что мы будем всем делать с этим? Если мы не можем даже убежать. Блин, там не ходят. Блин. Так. Пока никого нету. Я убегаю. Так, хорошо, бежим подальше. Ой, что это? Звука. А капец даже. Блин, вон эта хрень ползет. Она меня убила. Так. Нет, для вас я яркость добавлю. А так я вообще ничего не вижу. Какие-то утки летят. Фиг знает, что тут происходит вообще. Непонятно.
Корова, ты моя. Так, это зомби. Так, скелет, не смей меня стрелять. Я на тебя в суд подам. За мной какая-то хрень ползет, помогите. Ой, больно. Она еще голод дает. Как будто не умела плавать. Не, ну чудес вообще нереально. Сейчас было. Так, пожалуй, тут лучше закончить. Так, с вами был я, мистер Зомби Бро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.